Ученые и практикующие медики готовят свои предложения для новой редакции Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. О разработке этого документа говорится в послании президента. В нем глава государства подверг критике работу профильного ведомства и указал конкретные шаги достижения главной цели – первоклассного здравоохранения и здоровой нации. Ученые Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова называют стратегический документ научно обоснованным. Я бы сказал, что это конкретный план действий для всех уровней службы охраны здоровья. Это начиная с участковой сети до нашего Министерства здравоохранения. Там даются конкретные поручения по пересмотру гарантированного объема медицинской помощи, по внесению и изменению редакции Кодекса о здоровье. А это главный документ, на который ориентируются все медики страны. Также дается ориентир больше рассматривать профилактику, чем лечение. Я думаю, что это совершенно правильная генеральная линия.